moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Сегодня играть по такому ветру. Очень многое было в первой половине поперечных пасов. Старались, конечно, играть остро, но видно было, что ветер мешал играть. Но во втором тайме, и в первом тайме, конечно, мы намного лучше играли, чем соперник. Соперник минут 20 сопротивлялся, потом видно было, что они подсели. Сказать, что по сегодняшней игре какие-то выводы, соперник очень слабо сыграл. Я считаю, что мы готовы к чемпионату. Все игры, которые мы провели, хорошие матчи были, неудачные. Мы выводы делаем после каждой игры. Я думаю, что к чемпионату мы готовы. Какие задачи перед зимой? Сейчас вы на шестом месте. Ну, задачи, они не снимались с команды, как и в первой половине. Попасть на Еврокубки. Результатом, конечно, нельзя быть удовлетворенным таким, но единственное, что движением, желанием у ребят молодцы, тем более, что у нас огромные, как всегда, проблемы с составом. У нас сегодня три основных игрока, это как Титученко, Драган и Дызов, это опорный полузащитник, не хватало. Вот. А так, все как всегда у нас, готовимся к чемпионату. Надеемся на свои силы, только у нас, к сожалению, ничего. Единственное, сегодня у нас Ястребов Олег, возможно, у нас будет, даст Бог, чтобы все было. Вот. А остальные все наши ребята, готовимся, надеемся на лучшее. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbal în autohton. Pe primul site de fotbal din Moldova.